Всем, кто смотрит нас, всем добрый день, а может даже вечер. Мы те самые ребята, которые выдвинулись 7 ноября 2022 года из города Серпухов и двинулись в неизвестном направлении. По итогу мы оказались на передке. Все мы здесь, мы живы, мы здоровы и мы не сдались. Нас заранее ввели в заблуждение. Не было никакого вида подготовки, брони. Только снаряды, блядь, только БК, блядь. Народ в диком ужасе просто находится по нынешний момент, потому что мы не знаем, какая наша основная задача. На данный момент основная задача – выжить и добраться до вас. Меня зовут Гурин Владимир Андреевич. Я один со второй роты. Нас осталось не так много, нас потрепало. Но мы не без вести пропавшие. Мы не ранены и мы не убиты, мы не сданы в плен. С нами повели очень плохо. Наш комбат от нас отказался. Нас неделями возили по лесам, нас заранее укатывали. Приехал комбат, который представился точкой, и разделили роту на две части. Первая часть в составе 60 человек выдвинулась, блядь, на Макеевку. Вернулись не все, но большая часть. Нас заранее ввели в заблуждение о том, что не нужно брать с собой ничего, кроме БК. Мы вымокли, мы были разбиты, часть была уничтожена. Также про нас говорят, что Серпухов – это одно и то же, как людоеды. Изначально, с давних времен это все собиралось. Людям выдавали отдельно магазины, кому шомпол, кому калаш, кому затворную крышку. Броню даже не выдавали. Броню, которую выдали в городе Серпухов, блядь, относится к разряду, как правильно называется? Страйкбольная. Страйкбольная, которая не держит ни пулю, ни нож, ни топор, блядь, ни лопатку. Также каска. После одного удара ножом она не выдержала, она треснула напополам. Также нам не предоставили форму. Нас не информировали, куда мы едем, зачем мы едем. Нам изначально...